Сегодня мы пришли в игровую комнату Лунтик Парк. Ну что, Кристинушка, давай смотрим, что у нас здесь есть. Вот такой вот есть бассейн, в котором нужно ловить шарики. Такой воздушный бассейн с шариками. Смотри, Кристинушка. Вот бери сачок и пытайся поймать. Тут немножко далековато, да? А, смотри, вот более длинный сачок. Бери этот, а этот давай я пока заберу. Вот таким длинным сачком пытаемся поймать шарики. Ну что? Ой, поймали один. Поймали. А ну с мамой вместе. Давай, 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 ловим. Там что-то, наверное, забило. Сейчас мы его попробуем. О, да, точно. Есть. Один есть. Розовый поймали. Кристинушка, твой любимый цвет поймали. Ну что, предлагаю пойти посмотреть, что еще есть интересного. Ой, зелененький. Молодец. Смотри, Кристинушка, вот у нас лабиринт есть. Там еще какая-то есть комната. Карусель. И есть еще надувные батуты. Надувные батуты. Там еще большой лабиринт надувной есть. Рыбалка есть. И такие вот машинки. Кристина первым делом решила пойти в лабиринт. Ну что, заходим, не бойся. Я за тобой. Что здесь у нас? А, вон, смотри, там такой есть небольшой бассейн с шариками. Можно туда пройти. Посмотрим, что у нас там. Заходим. Есть? Ой, ты сразу на второй этаж. Что, за тобой? Пошли. Идем вместе. Посмотрим, что здесь на втором этаже. Тут, оказывается, горочка. А ну-ка, давай еще раз спустимся. Поехали. Ух ты. Это пенечки. Прыг-прыг, зайчик, по пенечкам. Прыг-прыг-прыг. Вот такой еще есть надувной лабиринтик с горочкой. Как нам сюда забраться? Смотри, Кристина, вот вход. Сюда поднимаемся. Поднимаемся по таким ступенечкам. Привет! Забираемся, забираемся наверх. Давай. Еще попытка номер два. Есть, забрались. Ну что, спускаемся? Поехали. Кристинушка, я такой здесь нашел. Смотри. Целый замок надувной. С животными, с разными. Сюда вход, наверное. Вот такой вот большой, большой замок надувной. Представляешь? Такой вход в виде бублика. И можно вовнутрь туда попасть. Пробираемся вовнутрь. Ой, Кристинушка, я тут, наверное, не пролезу с тобой. Залазим. А что у нас здесь? У нас здесь дальше еще такой запутанный лабиринт. Ой, у тебя, Кристинушка, волосики наэлектризовались. Так смешно. Вот так вот. Ты поборола, да? Поборола надувную такую вот штучку. А здесь такая надувная горочка. Можно по ступенечкам наверх подняться и спуститься. Ух ты, Кристинушка на таком большом-большом батуте. Ну, Кристинушка, это прямо для взрослых батут. Такой большой, а внутри шары огромные. Зеленый у нас колючий, а желтый тоже у нас колючий. Такие большие шары. Прыг-прыг-прыг, зайчик. А, Кристинушка, смотри, ты можешь на желтый шарик сесть? Да, можешь вообще сесть на желтый шарик и держись за усики, за вот эти. И прыгай теперь. Прыг, прыг, прыг. Ух ты! Сам шарик попрыгучий, а еще и батут. Ух ты, здорово.
Смотри, Кристина, Angry Birds. Какая огромная рогатка. Попробуем выстрелить. Да? Давай попробуем выстрелить в Angry Birds. Заряжай. Смотри, Кристинушка, берешь за вот эту штучку. Да? Давай вместе. Сейчас попробуем вместе сделать. Оттягиваем. Давай еще сильнее тяни, Кристина. Тяни, 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 тяни. И попытаемся сейчас. Ух ты, Кристинушка, мы сбили. Мы сбили одну свинку. Ну что, еще раз? Это кем ты будешь? Это ты беленькой птичкой. Заряжаем. Тянем, тянем, тянем. Сильнее, сильнее. Еще сильнее. Вот так вот. Ну ничего, первая попытка. Сейчас попробуем еще раз. Еще раз. И огонь, батарея, пли. Дрыж. Почти попали. Что это у нас? Это у нас желтое такси. Заходим. Пи-пи-пи. Там, по-моему, сигнал даже работает. Какие-то кнопочки я тут уже нажимал. Ну что? Слышишь, она уже завелась. И мы куда-то едем. Куда едем, Кристина? В Лондон? Там, где падает мост, Лондон Бридж. Слышишь, как мотор гудит? Вот такая вот машинка такси. Смотри, Кристинушка, я там что-то такое нашел интересное. А ты пока в домике. Привет! Привет! Кто там в домике живет? Кто в теремке живет? Здесь можно приготовить покушать, позвать гостей и всех накормить. Это у нас кухня, смотри. Это у нас, что это? Я думал, сосисочка, но это, наверное, батон. Ой, вот булочка. Чашечки и сковородочка. Смотри, Кристинушка, даже плита есть. Опа, открываем. Кристинушка, ты где? Привет! Ты что там делала? Лунтик я. Ты лунтик? Ой, котик. Ой, какой красивый котик. Прыг, прыг, прыг. Такой розовый котик. Ты его на кухню хочешь, да, позвать? Что ты там готовишь? Засекаем время и готовим. Смотри, какие машинки. Зеленая и красненькая. На красненькую? Мы уже на таких катались, Кристинушка. Помнишь, да? Дверки открываются. И ножками отталкиваемся. Поехали. Куда едем? Куда едем? Пи-пи. Пи-пи-пи. Вот так. А здесь сигнал работает, Кристинушка? А, ну давай попробуем. Да, работает. А зелененькая, смотри, там в виде дракончика. Есть? Ух ты! Ух ты, здорово! Они тебя догоняют, Кристина, преследуют тебя. Мячики. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.